Сейчас такая поклевка была там. Просто был гигант. Только я не понял, что случилось. Такое ощущение было, как будто бы что-то оторвалось. Вот это он потянул. А у меня фрикцион-то затянут полностью. Как-никак судака ловлю. Там что-то такое клюнуло. А может и забагрил кого-то, не знаю. Не, поклевка была, я чувствовал. Как он потащил, короче. Мощно. О, крючки разогнул. Оба вверх смотрят. Есть поклевочка. Еще одна поклевка на закидушку. Ну, что-то не подсело, что ли. Понять не могу. Дернула два раза конкретно прям. Нет, сидит. Всем привет. В общем, сегодня я приехал порыбачить на озеро. Я здесь был уже один раз, поймал всего одну форель. Но как оказалось, что в этом озере также водится и судак. Поэтому сегодня взял спиннинг и на судака буду пробовать. Ну, а также буду ловить, конечно же, форель. В общем, поехали, посмотрим, что из этого получится. Будем пробовать ловить судака. Вроде бы как он здесь должен быть. Ну и форель на спиннинг. А для начала зарядим одну закидушку. Кинем ее сюда под камыши, чтоб не мешалось. Посмотрим, что сегодня получится. Чуть попозже, может, еще одну закидушку добавлю. Сейчас посмотрю, как будет на блесну клев. Если не очень, то добавим обязательно. Блин, был удар. Догоняй, догоняй. Еще раз стукнуло. Два ударчика было. Поинтересовалась, но не схватила. Есть первая форелька. Второй заброс, кстати. Симпатяшка. Красивая рыбешка. О, какая. О. Вот так подвесил бубенчик, чтобы не пропустить поклевку. Так, ну что? Продолжим на спиннинг. В общем, приобретен новый спиннинг, специальный форелевый, вот такой от Митсуи, коротенький. Приобретена новая плетня 04 Sunline. За счет этого блесенка
в 3 грамма, летит просто обалдеть как. Будем пробовать. Теперь даже с легкой блесенкой можно далеко швырять, какие-то дальние горизонты пробивать. Пока утро, по идее, сейчас форелька должна клевать хорошо. Чуть попозже попробуем судачка тоже. Половим, посмотрим, есть ли он здесь вообще. Вроде бы как должен быть, но на самом деле это не факт. Да, конечно, с такой плетенкой блесна летит просто за горизонт, даже вот таким вот коротким спиннингом и с тысячной катушкой. Новые ощущения, конечно. Кто рыбачит, не пожалейте денег на плетню потоньше. Это, блин, совсем другие ощущения. И приманку чувствуешь хорошо. И все как надо, в общем, как положено. Все-таки решил сделать несколько проводок на судака, проверить. Правда, здесь дно такое, блин, все заросшее. Возможно, зацепы будут. Но думаю, попробовать стоит. Похоже, уже понацеплялась целая куча. Дно в листьях здесь. Деревьев много вокруг озера. Смотрим. Ну, чистенькая, нормально. Сейчас проверим, есть ли здесь судак. О, форелька плещется. Блин. Я его уже поймал. А как это? Я даже проводку не начал делать. Ничего себе. Значит, судак здесь есть, да? Интересное дело. Вот такой вот красавец. Мелкий, правда, судачишка. Блин, ну-ка не откуси-ка мне эту красивую резиночку. Уж больно она мне нравится. Зажал вот здесь жабрами. Так, ну-ка открывай рот. Нормально. Вот такой вот маленький судачишка. Взял прям на падении. Даже дернуть ни разу не успел. Разумеется, отпустим его. Колючий. Все, пошел. Вон он.
клевка здесь на закидушку, а тянет, тянет, значит, села все-таки. Форелька подсела. Нормальная такая, прикольная, крупная, довольно-таки. Такая форелина. О. Ничего, нормальный размер пойдет. Ну что, зарядим еще разок. Еще одна поклевка на закидушку. Ну, что-то не подсела, что ли, понять не могу. Дернула два раза конкретно прям. Нет, сидит форелина. По-моему, даже нормальная. Ничего такая. Пойдет. Рыбаки сидят. Никто ничего не ловит. Они бросают закидушки свои вон туда, в глубину, куда-то в центр. Далеко. Я же закидываю прям под берег. Ну и вот результат. Уже вторую на закидушку я взял. Прямо из-под берега. Блин, какие они скользкие, эти форельки. Что, тоже заглотило? Нет, это не заглотило, за губу попалось. Ай, блин. Конкретно попалось. Опа. Очередная форелька такого вот плана. Нормальная. Еще одна поклевка на закидушку. Давайте смотреть, кто там. Бодренькая форелька. Не крупная, но пойдет. Так, как всегда, заглотила, наверное. Ну да, как положено. Мелкая на этот раз. Вот такая вот мелюзга. Нормально из-под берега берет, конечно, форель. Блесенку там не получится из-за вот этого бревна потаскать там. Прям под берегом. Ничего.
Но закидушку берет и нормально. Так. Поближе к берегу. Это хорошо дернуло. Даже фрикцион сработал. Решил я, в общем, увеличить свои шансы на поимку очередной форельки. В общем, сегодня я решил по полной отловиться форелью. Ставлю еще одну доночку. Здесь у меня длинная удочка, поэтому получится сейчас куда-то вон туда подальше бросить и в то же время поближе к камышу. О, и поклевка тут же. Не успел забросить даже. Вот это да. Давайте смотреть, кто там подсел. Хорошо идет на закидушку форель. Прям замечательно. Ух ты, здоровая. Здоровая попалась. Шустрая. Вот это хорошая. Крупничок пришел. О, какая зверюга. Как всегда заглотила. Ё-моё. И как его вытаскивать? Я его там даже не вижу. Нет. Нормально все прошло. Ой, какая скользкая. О, вот это уже путевый вариант. Вот такая вот здоровая, весистая. Пойдет, в общем. Взяла на блесну. Прям под самым берегом. Уже вытаскивал. Считай. И она хапнула. Бывают, нет, ударчики на блесну, но не подсекается. Пасту-то она сразу заглатывает, там все как бы уже, потом приходится доставать из нее крючок. А блесну бывает, что такое бьет и не засекается. Скользкое, в руку не возьмешь. Это мелочь. Наглая ондатра, как всегда, здесь плавает, но колеска ей. Ноль эмоций.
Начало, в общем, сюда опять ветром сдувать вот эту вот всю муть. Вот эти вот семена камыша, которые реально нависают на плетенку. И создается вот такая вот борода здесь постоянно. Хорошо, что кольца маленькие, она здесь в основном задерживается. Но если проскакивает и уходит в катушку, то это вообще капец. Там может между собой несколько рядов плетни эта фигня связать, и потом может катушка сбросить петлю. Тоже нехорошее дело. Ну ничего не поделаешь. Может быть, сдует отсюда куда-то это все. Хотя, скорее всего, еще больше принесет, чем сдует. Ничего, клев есть, это главное. И на блесенку идет вроде бы. Нет-нет. На закидушку вообще вот на эту отменно. Сейчас вторую поставил. Пока больше поклевок нет. Есть буквально следующий заброс. Только камеру выключил. Еще одна поклевка. Вроде бы нормальная форель. Тянет. Все, сошла. А, не, не сошла. Ничего себе. Я думал, слетела. Это покрупнее. Уже на спиннинг ее. Тяжко так вытащить. Какая тема, да? Красота. 3 заброса, 2 поклевки. Какая бойкая, слушайте. Вот это прям очень бойкая рыбина. У меня подсак развинтился. Выскочил каким-то образом. Ладно, так возьмем. Ничего страшного. Чего это он у меня выскочил? Странно. Вот, еще одна крупная форелька. На этот раз на блесенку. Красота. Ух, кайф. Вот такая на этот раз хорошая форелина на блесну взялась. Четкая. Пойдет. Ну что, продолжим. И берет форель прямо вот здесь. Вот здесь, прям возле берега. Сколько вот оттуда с глубины не тащу, толку нет. Так, поклевка на закидушку очередная. Только заброс сделан. Давайте посмотрим, кто там. Ох, ничего себе, спиннинг утаскивает. Спиннинг, говорю. Это реально удочка. Катушка здесь дурацкая. На этой удочке стоит, где фрикцион со зонами сломан. Да, на такую длинную, конечно, вытаскивать, да, проблема целая. Хорошая форелька. Сейчас чуть отпустим вот так вот, чтобы можно было поднять. Ну. Хорошо сопротивляется. Ох, какая хорошая, слушайте.
Какая хорошая форелька. Крупная. Это, наверное, сегодня самая крупная. А может быть и нет. Но хорошая. Прям такая красивая, да? На солнце так переливается. Классно. Никогда не покупайте подсак вот с такой сеткой крупной. Это просто нереально потом что-то с него выпутать. Я свой-то нормальный утопил подсак. Этот уже взял от того, что он крупный. А вот таких именно больших не было с другой сеткой. Поэтому этот приобрел. Другого выбора не было. Теперь вот мучаюсь. Надо будет мне на нем сетку, наверное, поменять как-то. На более какую-то нормальную, возможно, даже силиконовую. Есть поклевочка. Вот такая красотка. На блесну, конечно, когда на спиннинг ловишь, вообще приятно ловить. Сопротивление такое мощное. То, что надо. Да, рыба не крупная, но все равно приятно такую на блесенку поймать. О, красотка. Сегодня я просто разношу здесь. По форели я сегодня отрываюсь по полной программе. Вот очередная красотка прилетела. Опять из-под берега прям взял. Эй, надо поставить безбородый крючок. Проще вытаскивать будет. Ой, ну не удержишь ее в руках. Вот такая вот двухладошечная форелька. Красивая. Сейчас такая поклевка была, там просто был гигант. Только я не понял, что случилось. Такое ощущение было, как будто бы что-то оторвалось. Вот это он потянул, а у меня фрикцион-то затянут полностью, как-никак судака ловлю. Там что-то такое клюнуло, а может и забагрил кого-то, не знаю. Не, поклевка была, я чувствовал. Как он потащил, короче. Мощно. О, крючки разогнул. Оба вверх смотрят. Ничего себе. Ну вот это, конечно, была поклевка. Фу. Да здесь тоже гиганты водятся, я вам скажу. Вот это он вдарил. Сейчас еще попробую. Ну этот, наверное, уже не клюнет. Может, кто другой. Сейчас крючки поправлю. В общем, пришел я на другой берег. Вот сюда примерно я бросал, где у меня судак брал. Ну вот, пришел попробовать его здесь поймать. Для начала сейчас форель проверю, здесь есть, нет. А потом взял очень хорошие приманочки.
Будем пробовать здесь судака ловить. Поначалу надо проверить, может, и форелька здесь тоже ходит. Сейчас посмотрю, какая глубина здесь. Ну, нормально. Метра три, наверное, 2,5. Буквально сейчас пару забросов, форельку проверю, будем пробовать судака ловить. Опа, вот и форелька. И спрыгнула на лету. Но я неправильно поднял, надо было спиннинг к воде вот так опускать, я просто боялся, что она заплывет шары, потом фиг вытащишь, поэтому так тащил неправильно. Так что стоит здесь форелька. Красиво запрыгала, берет опять таки прям под самым берегом. Видите, вон она, форель, прям под берегом. Ну что-то ей, по-моему, нехорошо. А давайте сейчас ей блесенку прям под нос подтащим. Она вряд ли будет брать. Бывают такие иногда форельки, которым ничего не надо. Эй, куда поплыла, блин? Ку-ку. Все, туда дальше поплыла. Ладно, не будем ее мучить. И так ей что-то, по-моему, не очень хорошо. Короче, там ничего так и не клюнуло. Были поклевки такие мелкие. Мелкий судачок за хвост дергал. Силикошку. Ну, так никого крупного там и не цепанул. Ну, еще буду пробовать, еще, в принципе, солнце высоко. Попробуем еще. И судачка попробуем, и форельку еще сейчас. К вечеру, может быть, опять будет клев сейчас нормальный. Ну что, как говорится, подведем предварительный итог. Вот они, 10 форелек, которые я сегодня здесь выловил при помощи спиннинга и двух закидушек. Сейчас не знаю, еще продолжу, конечно, ловить. Ну, пока клев подстих. А впрочем, посмотрим, может быть, он сейчас начнется еще с большей силой. Но это очень неплохо, я вам скажу, такой улов на таком озере. Ну что, в общем, сегодня я неплохо отрыбачился, сами видели, рыбалка получилась классная. Форель клевала и на закидушки, и на блесенки различные. Ну а на этом как бы все. Рыбалку я пока не заканчиваю, я хочу здесь посидеть прям до темна. Выйду отсюда уже потемну, сделаю это для того, чтобы не попасть в городе в пробки зверские. Как раз пока буду ехать до города, уже пробки чуть, может быть, подрассосутся. Потому что в это время уже там дороги полностью стоят. Я уже пару дней ездил на рыбалку, возвращался в такое время. И проводил по часу, просто сидя в пробках. Так что всем пока. Не думаю,
что я еще что-то поймаю. Ну, буду пытаться, конечно. Но видео на этом я закончу. Всем обалденных рыбалок. Заходите на канал, не забывайте. Скоро поеду в новые места пробовать. И судака ловить, и форель тоже буду пробовать ловить. Все увидите на канале. Все, всем пока. До новых встреч в новых видео.